Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и мы представляем вашему вниманию видеоновости компании Skyway Capital. Сегодня в выпуске вы узнаете подробности адресного проекта в Индии, как вписать свое имя в историю струнного транспорта, где можно увидеть виртуальную экскурсию по экотехнопарку и когда пройдет новая конференция в Москве. А теперь подробнее о каждой из новостей. Раскрыты подробности адресного проекта Skyway в Индии. Издание hindi.news18 сообщило о представлении струнных транспортных систем жителям страны. Технология Skyway будет внедряться прежде всего не в столице, а в регионах. Первым из них станет город Ранчи, штат Джаркханд. Впервые широкой общественности назван партнер Skyway. Им стала компания Tenasi Engineering India. Tenasi Engineering India занимается созданием транспортных сетей и стратегическим развитием отрасли. Опытный международный игрок, за плечами которого успешная реализация проектов в Нидерландах, Индии и Франции. Оглашена более точная стоимость проекта. Она составит около 890 миллионов долларов. Уважаемые инвесторы, напоминаю вам, что 1 июля на Экофесте состоится торжественное открытие музея Skyway. И особое, почетное место в нем займут имена инвесторов, поддержавших проект на самом сложном его этапе. Вы тоже можете попасть в этот привилегированный список. Для этого достаточно инвестировать в проект хоть раз до 16 апреля 2017 года. Для того, чтобы ваше имя попало в музей струнного транспорта, на акции должен быть оформлен сертификат. Если у вас есть только одна инвестиция, и это не закрытая рассрочка, ее следует погасить до указанного срока. Тогда каждый увидит ваше имя среди почетных инвесторов в музее экотехнопарка. На нашем сайте в разделе новостей вас ждет настоящая виртуальная экскурсия по грузовой линии. Ее проводит лично генеральный конструктор группы компаний Skyway Анатолий Юницкий. Вы можете узнать технические подробности создания путевой структуры, а также о том, что такое 3-в-1 на территории экотехнопарка. Уважаемые инвесторы, приглашаем вас и ваших партнеров на московскую конференцию-презентацию, которая пройдет в Москве 19 апреля. Приходите, и вас ждут самые последние новости проекта Skyway, а также информация о масштабных и интересных мероприятиях. Мы ждем вас 19 апреля к 19:30 по адресу город Москва, Стремянный переулок, дом 11, гостиница «Татьяна», конференц-зал «Марина». Не пропустите, будет интересно. На сегодня это были все новости. С вами была Дарья. Оставайтесь с нами.